Один из депутатов Муромского горсовета, как сообщает прокуратура, не указал в декларации информацию о приобретенном недвижимом имуществе и транспортных средствах на сумму более 78 миллионов рублей. Его он получил из непредусмотренных законом источников дохода. Прокуратура Владимирской области провела проверку, по результатам которой в Муромский райсуд направили обращение. В электронном документе на сайте Муромского райсуда есть информация о деле. Судя по ней, речь идет о депутате Александре Шерманове. Как установили сотрудники надзорного ведомства, имущество и транспорт мужчина регистрировал на родственников, знакомых и подконтрольных юридических лиц. Так, его матери принадлежат 8 квартир, приобретенных в период времени с 1 августа 2019 года по 13 апреля 2021 года, а также маломерное судно стоимостью больше 4,5 миллионов рублей. На отца зарегистрирован автомобиль, приобретенный почти за 4 миллиона рублей, а на двоюродную сестру оформлен земельный участок, нежилые помещения, 3 квартиры. В фактическом пользовании супруги депутат находится автомобиль, приобретенный более чем за 12,5 миллионов рублей и оформленный на юридическое лицо, в котором женщина является генеральным директором. К слову, Шерманов состоит в партии власти, и в августе прошлого года его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено, сообщили в рекотделении. Решение принял местный политсовет по округу Муром. Исковые требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.